Господи, помилуй, Господи, помилуй, 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 помилуй
Святое Его.
крещение, быть по глаголе сих, Бог искушавший Авраама и речей его, Аврааме, Аврааме, и речеси аз, и речей пойми сына твоего возлюбленного, Его же возлюбил Иси Исаака и не на землю высоко, и вознесе его там во всесожжение, не едино от род, от гор и же терепо. Восстал же Авраам утрость, оседло осле свое, пояже с собой два отрочища, и Исаака сына своего растни в дрова, во всесожжение восстав иде, и прииди на место, еже рече ему Бог, в третий день возрев Авраам очима своима, види место издалече рече Авраам, от раков своим, сидите с дем, со слятем аже, и дети ж подним дом, где и поклонившийся, возвратимся к вам вся же, Авраам дрова всесожжения возложили Исаака, сына своего, взя же в руки и нож, и достал обувку перече же Исаак, к Аврааму отцу своему отче, он же рече, что еще да, рече же се огонь, и дрова гисят, овчание же во всесожжение, рече же Авраам, Бог узрит себе овча, во всесожжение чадо, шедше же обувку придоста на место, еже рече ему Бог, и созда там Авраам жертвенник, и возложи дрова, и связав Исаака, сына своего, возложи его на жертвенник верху дров, и простре Авраам руку свою, взяти нож, заклати сына своего и возва, и ангел Господень из небесе и рече, Аврааме, Аврааме, он же рече сиас, и рече да не возложиши руки твои на отрочища, ниже да сотвориши ему что, и не познах, яко боишися ты Бога, и не пощадел еси сына твоего возлюбленного, и не ради, и возрев Авраама чьего своим виде, и се овен един держими рогама, сади совет, и иди Авраам и взял на и вознеси его всесожжение, место Исаака сына своего, и нарече Авраам имя место тому, Господь виде, и дарекут несть, на горе Господь и виси, возвангел Господень, Аврааму вторицу из небесе глаголя, мною самим клялся глаголет Господь, Его же ради сотворил еси глагол сей, и не пощадел еси сына твоего возлюбленного, меня ради, воистину, благословля, благословлю тебя и умножаю умножить семя твое, яко звезды небесные, и яко песок с края моря и наследить семя твое грады супостату, и благословляться о семени твоем си языце земли, за неже послушал еси гласа моего. Прокимен ложь и твердый, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудрость ее сотворил еси. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи,
Вручаясь и испорочит друга своего на свои же, устав Богу сокровиществует, грехолюбец радуется сваром, а жестокосердый не усвящен благих, муж под удобок приложный языком, падет злое сердце же, безумного болезни жавшему е, не веселится отец о сыне, не наказанье, сын же мудр веселит матерь свое сердце веселящееся, благоименица творит, мужу же печально заслышат кости, приемлющим удары неправедном недра, не предуспевает путие, нечестивый же уклоняет пути правды лице разумного мужа, премудро очи же безумного на концах земли. Гнев отцу сын, безумен и болезнь рожи его, тщеты творите мужу праведно недобро, ниже преподобно наветовать и властем праведным, иже щадит глагол, произнести жесток разумен, долготерпеливый же муж, премудр лучше ищущего науки, несмысленному, вопросившего мудрости мудрость, мениться, не может кто себе творит, возмниться, разумен быть и вины ищет муж, хотя отлучитесь от другого, на всякое же время поносим будет, не требует премудрости муж, скуда умен, за непаче водится безумие, когда придет нечестивый во глубину сол, не родит, находит же ему печать, бесчестие и поношение. Вода глубока, слово сердце мужа, прикажи искачущий источник жизни. Чудитесь о лицу нечестивого, не добро ниже, преподобно уклоняйте праведное на суде. Духови Твоему. Господи, помилуй.
Thank you.
Всегда открытые людям, при этом мудрые, чуткие, заботливые, и Господь помогает вам силой слова и добрым делом убедительно свидетельствовать о неприходящей красоте истины святаго православия. Во всех жизненных обстоятельствах вы всегда являете пример духовной стойкости, преданности Богу, церкви и своему призванию. В этот памятный день молитвенно желаем вам, дорогой Владыка, крепости, телесных сил, духовной радости, утешения и долготерпения, благополучия, щедрой помощи Божией в ваших архипастских трудах, в
служение на благо Церкви Христовой, народа Божия, на многое и благая лето. Всем уважительно перед вами. С какой грядки? С епархиальной. Дорогой Господь, мы вас поздравляем с вашим, как говорится, что вас поставили епископом. Желаем вам духовной радости. Притом, вы такой наш, как говорится, спаситель ото всех вот бед, вот мы что-то можем вам сказать, мы с вами разговариваем, все. Хороший проповедь сделаете, вот всю красоту вы так вот нам сделали, все это нам все нравится, мы вас любим, и чтобы у вас было духовной радости на каждый день, здоровья вам, крепости и многих-многих лет жизни. Вот вам икону ото всех вещей, мы неувядаемый цвет красоты, да? Вот, чтобы вы никогда у нас не увидели. Погромче. Еще громче, молодой.